Остерегайтесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, ибо внутри они волки хищные. Убивает 5, казалось бы, случайных людей в Чикаго. Лежит на низком старте уже 6 лет. Остерегайтесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, ибо внутри они волки хищные. Я стремлюсь уйти от всего этого. Вас смущает. Детектив Лоусон, мистер Глен Бойд. Что я могу сказать о месте преступления? Эбигейл Майерс, 35 лет. Обратите внимание на линию «Лакросс и кровь». Хрестоматийная культовая идеология. Мы освобождали ее из этой жизни и вводили в следующую. Мы исследовали множество сект и культов, которые верили в свой собственный моральный компас, считали себя богом. К какому вероисповеданию вы относитесь? У меня есть цель в жизни. Человек, который любит и указывает. Эта картинка, это похоже на то, как будто кто-то посылает сообщение. Разыграйте мою суету. И это только начало. Вы можете видеть человека в руке и там держит. Поэтому мы пытаемся заставить его вникнуть в слова, которые видят в другую. Использовать свои собственные слова вместо слов. Мы говорили о паршивом опыте. Что еще в нем ловить? В чем не повинны люди? Овечья шкура.